Здравствуйте, друзья! Решили с вами сегодня поделиться, какие есть развлечения зимние рядом с городом Чикаго. И прибыли сегодня мы на Wilmot Mountains. Данный комплекс находится в часе езды где-то от города Чикаго, уже в штате Висконсин. И здесь предлагаются такие три главные развлечения. Это катание на лыжах, на сноуборде и тюбинг. Мы с первыми двумя способами развлечения знакомы, с тюбингом пока не были знакомы, решили проверить, что это такое, и сегодня отправились покататься на этих воздушных подушках, которые напоминают собой такие автомобильные шины, но предназначены именно для катания с горок. И за мной как раз вы видите трассу, которая предназначена для этих целей. Главный контингент здесь дети, либо люди семейные с детьми, либо вот молодежь, как мы, которые решили попробовать, что это такое. На самом деле очень здорово, это напоминает такой вид развлечения, как горки в аквапарке, только зимний вариант. И нам очень понравилось. Добираться, в принципе, несложно по хайвеям, около часа езды. Большая очень территория, горки нормальной высоты, но не самые высокие. Если ехать дальше в Висконсин, то вы можете найти намного повыше. Если говорить о стоимости, то приезжать сюда, конечно, выгоднее всего в будний день, потому что тогда вы платите всего лишь $25, и это безлимитный просто вход на весь день. Если это выходной день, либо праздничный, то 2 часа езды где-то будет стоить вам $25, 3 часа езды уже $30. Что в себя включает этот билет? Это вы берете тюб, вот эту вот саму шину, на которой будете кататься, и скатываясь с нее, чтобы вам не приходилось подниматься на горку пешком. Здесь установлен специальный эскалатор, который поднимет вас на дорожке такой вверх по горе. Это самый ближайший горнолыжный комплекс после Чикаго. Еще раз, Wilmot Mountain.
жители Иллинойса, либо прилегающих штатов, знают об этих развлечениях и всегда посещают. Если вы здесь живете и уже посещали какие-то другие курорты, поделитесь с нами, какой из них вам понравился больше всего. Мы будем рады проверить это. Спасибо большое, что продолжаете следить за нашими новостями. gochicago.ru. Делитесь своими комментариями, оставляйте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. Пока-пока. Будьте здоровы.